Всем привет! Подтягиваемся, как всегда. Как я всегда говорю, подтягиваемся. Вот. Обязательно, друзья, оставляем комментарии. Сегодня, прошу прощения, как всегда, этот выезд от дома, это всегда такая езда по кочкам, поэтому я всегда в эфире болтаюсь, вот этот участок пути. Вот. У нас же, как говорится, всегда все для людей, даже когда дорогу делают, сделают часть. А маленький кусочек обязательно надо не доделать. Вот, это обязательно. Ну, как говорят, что не должно быть идеально все. Должна быть изысканная легкая небрежность. Вот она у нас и выражается в том, что идет дорога, посреди нее яма. Ну, дорога, может, ничего, даже будет так вполне себе. А потом так бамц и яма. Легкая небрежность. Это как не совсем прямой узел на галстуке. Ну, когда совсем идеально, человек больше напоминает клерка, да? Какого-то. Ну, явно такого. Или водителя, предположим, какого-нибудь крутого босса. Вот у него костюм идеальный. А у босса должно быть слегка не идеально, иначе он уже не босс. Ладно, я не об этом, блин. Ну, давайте пока в эфир подтягиваемся, пока на разные темы. Вот сейчас еду по дороге. Живу я, ну, можно сказать, за городом. Ну, недалеко. То есть, да, но от областного центра, областной центр город Иваново, вот мне езды, если машин вообще нет, ну, там ночью, предположим, ехать, не знаю, наверное, 5 минут всего лишь. Ну, может, 10 там. Это если не нарушая... Ну, нет, ну, даже 10 нет. Если не нарушая правила. И чуть ли не со всеми сам светофорами, а половину пути даже 40 километров в час. Вот. И от главной, и от дороги главной в этом, значит, пригороде съезжаю, и мне до дома еще, не знаю, метров, наверное, 300, наверное. Сначала по асфальту чуть-чуть, потом по грунтовке. И я дома. Так вот, сейчас я еду по дороге, которая связывает город Кохму и город Иваново. Город Кохма – это... Ну, фактически, можно сказать, от Иваново пройдет совсем немного времени, возможно. Раньше, это вообще бы, они бы раньше бы соединились, но сейчас вот, потому что эти кризисы, 5-10, это объединение застопорилось, хотя между этими городками, между городом от Иваново и городом Кохма столько настроили всего уже, что все, они уже соединились, и можно сказать, что это просто часть города к Иваново, хотя это... свое собственное муниципальное образование, хотя когда-то оно было Ивановским районом. Так вот, я еду по дороге, которая соединяет их между собой. Эту дорогу ремонтируют каждый год, каждый год. И через год ее не просто ремонтируют, ее вообще перекладывают практически полностью. Кто-то скажет, ну круто, о вас заботятся, там, 5-10. Да, с одной стороны, как бы да. С другой стороны, вот смотрите, вот сейчас зима. Зима такая, что ее нет. Ну, вот тает все. Опять растаяло. И вместе со снегом растаивает асфальт. Едешь по дороге, вот приходится объезжать и ямы, дороги нет вообще. То есть, можно сказать, сейчас ну, начало зимы, как бы, первый месяц. Что будет весной, я даже боюсь представить. Все уже, канавы такие, что вот я просто знаю эти все ямы. А так можно колесо там оставить, ну, в любой яме, особенно если ехать вечером, ну, это все, это будет засада вообще. Вот, так что это просто капец. Вот куда это все девается, это вообще, ну, господи, что я какую херню несу, да? Все мы знаем, куда это все девается. Эту тему можно, в принципе, назвать в любом эфире просто флудом уже давным-давно, да? Так... риторическое сотрясание воздуха и все. Но я почему об этом говорю? Я жду, пока вы в эфире собираетесь. Потому что тема у меня интересная на самом деле. О законопослушности. И учитывая то, что народу мало в эфире, я просто подозреваю, что
все такие темы народ уже настолько достали. Кого-то они запугали, сам зашуганный кто-то знает точно, что не будет ставить ни лайк, ни антилайк, чтобы он вообще типа не в теме, кто-то еще что-то. И в общем, короче, а кто-то просто уже настолько заколебался, что на эти темы вообще разговаривать даже не хочет. А на самом деле тема ведь интересная. Я хотел обсудить с вами и узнать ваше мнение о том, хорошо ли быть в любой стране, вернее, в какой стране хорошо быть законопослушным гражданином, нужно ли быть законопослушным гражданином. Вот. И вообще, что такое законопослушный? Да, смотрите, как я эту тему вижу. Если государство правовое, и в нем есть хоть какая-то конституция, потому что, да, ребята, я, конечно, не... Вот вы, наверное, видите, что я обычно в эфирах никогда на какие-то политические темы не рассуждаю, но вся вот эта вот кампания, которая проходит сейчас, связанная с выборами, невыборами, там какие-то нагнетения ситуации, я не буду ни за кого еще агитировать ни в коем разе. Я вообще свои предпочтения не очень-то выкладываю наружу, да, вот так вот просто. А только если с близкими людьми, там, с кем-то 5-10. Хотя, если посмотреть мое сообщество «Кухонный философ», некоторую канву, в принципе, можно увидеть. Вот. Ну, так вот. Если есть конституция, то это правило, значит, игры. Все мы живем в государстве. Государство – это некое большое казино. Казино, потому что все равно всегда присутствует элемент удачи в чем-то. Есть, конечно, крупье, у которого, в принципе, есть приоритет выигрыша, даже призеро. Тот, который банкует, и, в принципе, казино устанавливает некие правила. Но, понимаете, есть правила, если эти правила не меняются, то к этим правилам можно приспособиться, а можно их использовать, можно жить по этим самым правилам и научиться в рамках этих правил не просто выживать, а жить очень даже хорошо. Потому что если правила не меняются, даже если они не очень удобные, но стабильные, то можно научиться не обходить их, а именно использовать их и просто приспосабливаться под них и по этим правилам жить. Но когда правила постоянно изменяются, то эта игра уже такая, как у ребенка, который постоянно, значит, по ходу там игры выдумывает новые правила, и выиграть в этом поэтому невозможно. Более того, не факт, что и сам ребенок в этой игре выигрывает. Почему? Потому что, придумывая новые правила, он же этим правилам зачастую противоречит. И поэтому придумает опять какие-то правила. Это говорит о том, что стратегии в игре у него нету никакой. То есть, поэтому, если правила часто меняются и нету стабильности в них, то все. Значит, играть нельзя никак. Вообще. И нельзя с ним приспособиться. Так вот, что же такое быть законопослушным? Законопослушным – это как раз быть тем человеком, который умеет играть по предложенным правилам. Да, не он устанавливает эти правила в конечном итоге. Но когда правила установлены, менять их нельзя. И главное правило, значит, игры, которое есть в любом правовом государстве – это Конституция. Это самые основные базовые стратегические правила, самые, какие только есть. Вот. Ну и потом идет различные там эти кодексы, там уголовные и прочие, вот, которые тоже раскрывают некие самые правила. И я говорю, что если правила четкие, по ним играть можно и довольно легко. Поэтому для того, чтобы граждане в государстве процветали, им не нужно помогать разного рода изменениями правил, потому что приспособление к новым правилам для них – это геморрой. Вот. А самое главное – оставить те правила игры, которые есть. Настоящие правила, понимаете, не те, которые установились эмпирически. Например, если приходит, предположим, какой-то самки крупье, который попирает долгое время правила все, это не значит, что он установил новые правила игры.
И что вот к ним нужно, на самом деле, приспосабливаться. Нет, это же не правило, на самом деле. Потому что придет там игрок сам другой, который не знаком с этим. Или человек, который, ну, который только решил начать играть, да? В правовом государстве это человек, который только получил паспорт. Вот он становится недееспособным человеком. Это новый нот-игрок. И он, понимаете, не должен играть по двойным стандартам. Есть определенный свод законов, а главный закон – это Конституция. И он должен играть по этим самым правилам. Поэтому вот они должны соблюдаться прежде всего. Вот. И такой человек законопослушный. Ну, есть закон, закон, правила, он законопослушный. А что же происходит на самом деле? А вот если человек начинает подстраиваться под и нарушение правил, которые ему постоянно предлагают, то это незаконопослушный. Знаете, какой это человек? Он комфортный, да, конечно, для государства он удобен, для неправового. Правового он вот удобен, потому что он абсолютно предсказуем на самом деле, потому что он живет по закону. То есть законопослушный гражданин на самом деле в правовом государстве, в котором законы соблюдаются, он очень удобен. Вот любое государство борется за контроль над своими гражданами. Так нет ничего проще, чем контролировать законопослушного человека. Но законопослушный человек – это тот, который подчиняется законам. А закону человек будет подчиняться, если они, я еще раз говорю, не меняются, и они адекватные, да? Ну, любая конституция в любом правовом смысле государства, она, в общем-то, адекватная. Если ее почитать, нашу конституцию, она же очень адекватная, на самом деле. То есть там все написано правильно. Все права, свободы, обязанности, все расписано хорошо, там все это дело есть. Ну, там вообще это не поспоришь, да? Вот. Ну так вот, такой человек удобен, и это на самом деле неплохо. Если государство хочет контролировать своих граждан, надо просто, чтобы граждане жили по Конституции, и надо им дать жить по Конституции, чтобы и граждане были уверены в законе. Тогда они будут законопослушны. Если они не уверены в том, что законы соблюдаются, что правила игры соблюдаются, они станут либо шулерить, либо не будут играть, а либо будут как-то подстраиваться другим образом под игру, лицемерить, как-то врать, но не будут все равно работать сами по законам. Если законов нет, они будут более влиятельные люди будут пытаться влиять на изменение правил, то есть пытаться влиять на крупье. А другие станут незаконопослушными. А вот сейчас я скажу стратегическую идею этого подкаста. Они станут просто послушными. Понимаете? Люди, которые начинают играть по правилам таким образом, по постоянно изменяющимся правилам, причем правилам в кавычках, когда не меняется свод самой правил, а меняется, а правила все равно меняются только по велению, не знаю, это крупье или там еще кого-то, то это, понимаете, то это говорит о том, что игроки начинают свои подчиняться, то они незаконно послушны. Закон-то не менялся. Они просто послушны. А вот это уже совсем другое. Это совсем другое. И на самом деле здесь проигрывают абсолютно все. Ну, абсолютно все проигрывают. Потому что я говорю, что нету ничего проще, чем контролировать законопослушного гражданина, потому что он абсолютно предсказуем. А послушного гражданина не факт, что можно контролировать, потому что если законопослушный гражданин живет по закону, потому что он его понимает и принимает, потому что он привык и закон не меняется, то люди, которые просто послушные, они лицемерят. Они абсолютно комфортны будут к изменениям правил, которые будет диктовать любой другой крупье. Им будет все равно, какой свод записан. Они не оспорят, предположим, эти правила казино, которые записаны. Абсолютно. Они будут слушать только крупье, который приходит. Да? Или еще кого-то там, я не знаю. Вот. То есть они не предсказуемы, а вернее они будут непредсказуемы в своей либо непредсказуемости, либо в своем лицемерии. И надеяться на таких граждан
на таких игроков вообще в игре нельзя. Да? Абсолютно. Поэтому стремиться-то, в принципе, надо к тому, чтобы граждане были законопослушны, а не просто послушны. Вот основная стратегическая мысль данного подкаста. Почему я его записал? Да, и даже сам не знаю, почему я решил его записать, вот так вот скажу. Почему я его записал, это понятно. В канун выборов, ну, с предстоящих самых выборов, предвыборной гонки, когда кого-то на выборы допускают, кого-то не допускают, руководствуясь или не руководствуясь какими-то своими моментами. Каждый, в принципе, начинает сам задумываться, за кого же ему и как сам голосовать. И вот сейчас нужно просто для того, чтобы понять, как правильно проголосовать, потому что куда-то дальше жить все равно надо. Надо понимать, что действительно мы в кризисе сейчас, и надо как-то определяться, кто вывозить будет из кризиса все это дело. Имеется в виду в верхах. И мы, конечно, на выборах на это дело повлиять должны, да, кого-то выбрать, кому-то выразить свое доверие. Вот надо просто понять, мы хотим быть законопослушными или просто послушными. Кому довериться и кому доверять. Вот это очень важный выбор на самом деле. А стоит ли идти? И стоит обязательно. Вот тут Навальный сам сказал совсем недавно, про него все-таки заговорил, да, когда его не допустили, значит, на выборы, говорит, не надо ходить на выборы, давайте бойкотнем все это дело. Он, мне кажется, не прав в этом деле. Ну, потому что этим кто что выразит? Ну, выразят сторонники Навального свое несогласие. Но учитывая тот факт, что сейчас количество, то есть народа, пришедшего на выборы, то есть явка большая или небольшая, Я что путаю, конечно, не играет никакого значения, то есть как бы порога нет, и легитимность при малой явке, все равно выборы легитимные будут абсолютно. Просто она как бы под сомнением будет вот так вот морально, как бы сказать, что народ не пошел на выборы, там вот такое прочее, или мало пришло, поэтому выборы как бы нелегитимны. Но это как бы. То есть по закону они все равно легитимные будут, сколько бы народу не явилось. Вот. Поэтому просто бойкотнуть выборы, как это было всегда, когда за последние годы, когда народ на выборы не ходил, это же на самом деле плохо. Потому что останутся бюллетени, которые, если кто-то сфальсифицировать захочет выборы, их можно будет использовать. Вот. Навальный тут, конечно, в амбиции просто кинулся самки свои, чтобы показать, что сколько народу там типа сам за него. Но учитывая то, что появился еще кандидат против всех, такой как сам Собчак Ксения, то прыжная совершенно. Вот. В таком ключе. То, что Навальный говорит, что если народ на выборы явится, то это повысит как бы явку, и выборы более легитимными будут. Ну, это все понятно. Они в любом случае, как я сказал, будут легитимными. Поэтому, в принципе, он не прав. Мне кажется, он просто в обидульки кинулся, что не допустили. Хотя, вот я лично считаю, что допустить на выборы его было, безусловно, нужно. Хотя, знаете, как это вот получилось? А, Александр, здравствуйте. Интересно вам оказалось, да? Мой подкаст. Вот. Интересно, я сам слушал, как когда Навальный выступал, да, когда там сказали, ну, когда его не допустили. Меня, конечно, интересно поразила формулировка Панфиловой, когда она долгое время говорила о том, что какое она имеет отношение к тому, что суд там европейский, не европейский, там опроверг, оправдал, не оправдал. Как бы выступая с формальной точки зрения, что у нее вот есть на руках документы, у избиркома есть сам документы, которые говорят, что судимость Навального снята. И вот то я только у меня
разрешил из самого противоречия, почему же так вроде, мы же признаем решение Европейского суда, имеется в виду мы, это Россия, да? А почему же все-таки вот это противоборство? Я, насколько понял из объяснений там других людей, там был юрист какой-то такой пожилой, который, как Брежнев говорил, к сожалению, я всех политиков наших и всех чиновников не знаю и не должен сам знать. Вообще в любой стране мира цивилизованной, чем мы меньше знаем наших руководителей, тем, значит, они лучше нами управляют. Значит, все настолько хорошо, что нам интересоваться политикой не приходится. Чем мы лучше знаем наших политических деятелей всех, тем, значит, это заставляет задуматься, все ли нормально в королевстве датском. Я так понял, что ситуация выглядит таким образом, что вот был суд в России над Навальным, его признали виновным, дали там ему судимость условную, да, и он, сам Навальный, в Европейский суд подал, апелляцию, Европейский суд посчитал, что неправомерно, Навальный был осужден, и оказывается, если я правильно понял, Европейский суд не может отменить с прямой директивой какие-то решения суда национального, в данном случае Российской Федерации. Он может вынести не то что какое-то пожелание, а обязательное, предположим, требование к пересмотру. Потому что Европейский суд посчитал, что решение было принято неправомерно. И вот на основании этого решения Европейского суда должен произойти в России пересмотр. То есть это, в общем-то, по сути, я так понимаю, формальная процедура, после которой судимость должна быть снята. Но эту процедуру пересмотра затянули. Ну, это вот как я понял ситуацию, я говорю, что я могу ошибаться. Она затянута, то есть она на настоящий момент, эта процедура пересмотра, не выполнена. Возможно, она будет выполнена через какое-то время, но момент допуска на выборы уже, упущен, и все, человек на выборы не выходит. Хотя пройдет какое-то время, на основании решения Европейского суда будет выполнен пересмотр, будет снята эта судимость, но, извините, все. А вот по поводу 10 лет, после того, как у человека где-то сняли судимость, мне, честно говоря, вообще непонятно. Эта ситуация вообще не ясна. То ли ее только по выборам сами приняли, то ли тогда еще надо быть сами последовательным, надо такую процедуру принимать в отношении назначения на какие-то крупные должностные, на какие-то серьезные должности, вообще на чиновничьи должности. Так тогда у нас половину всех чиновников и даже крупных поснимать надо, потому что кто у нас только под следствием не был и кому только каких судимостей не надавали люди, занимающие сейчас важные государственные посты. Вот это непонятно. То есть какие-то двойные стандарты. Опять мы видим игру с законом. И опять принимать или не принимать, быть законопослушным или просто послушным, опять остается на нашей совести. Вот я хочу сказать, что на самом деле, я просто повторюсь, быть законопослушным человеком очень хорошо и полезно. Как для государства, так и для человека самого. Законопослушным. Если вы соглашаетесь с теми законами, которые есть. Основной закон – Конституция. Я говорю, как выяснил, я был просто поражен. Абсолютное большинство людей не учат Конституцию. Они ее не то, что не учат, они ее не знают. Они не знают ее. То есть я насколько помню, когда я учился в школе, то у нас был какой-то урок, когда нам зачитывали Конституцию, это был урок вообще про Конституцию, и что Конституция – это основной закон нашей Родины, все. Потом, посмотрите, мы начинаем учиться в вузах, и мы учим какие-то уже виды права, да, экономического права, уголовного, семейного, хозяйственного права, международного. И почему-то мы совершенно не затрагиваем, или затрагиваем это просто мельком,
такое понятие, как конституция. Конституция – это как философия государства. Вот если философия есть сие наука наук, и из философии берут свои корни абсолютно все науки, и физика, и математика, и биология, и астрономия, и все, что только можно, то точно так же и из конституции. Конституция – это корни, это вот это кряж, да, законодательство. Берут свои, как говорится, стволы и ветви, все остальные, как говорится, ну, юридические нормы, которыми руководствуется государство, человек и все так далее. Так вот почему-то так странно получилось, что мы изучаем в вузах какие-то пиломатериалы только уже. Даже не сучья, а пиломатериалы. Пиломатериалы – это непосредственно своды законов, которые постоянно меняются. Это мне напоминает работу дворника, который постоянно каждый день выходит и подметает свою листву. И в зависимости от того, какое время года и как дунул ветер, там лежат то желтые листья, то зеленые, то хвоя нападала, то вообще мусора навалило какого-то. И он вот в этом, вот он вот это все должен все подмести, значит, убрать, разобраться, как-то по пакетам это все рассовать. Это происходит каждый день. Абсолютно. И он совершенно не интересуется, а откуда все это принесло и почему это появилось. То есть в какое время года что должно произойти. То есть его более глобальные процессы, которые влияют на то, там, когда появляются желтые листья, когда листья красные, когда что падает, когда что не падает, там после чего что происходит. И вот не волнует. Выходят какие-то новые законы, кто-то хаотично принимает какие-то поправки, и юристы просто это учат. Люди вообще не учат, но они обязаны жить по этим законам, которые они не могут отслеживать. А ведь на самом деле философ, вот, который изучил основные постулаты с философии, или, предположим, человек, который, если занимается, предположим, естествознанием, изучил концепции современного естествознания, он, в принципе, понимает основы и базы всего, он может выводить логически, саморазмышляя, и более какие-то мелкие нюансы, детали, и они будут справедливы, и они будут точно работать. И вот так человек, знающий законы конституционные, точно так же живет, как, ну, верующий человек, который живет по заповедям. Ему не обязательно для того, чтобы жить самое праведно, знать всю Евангелие, да, верующему человеку. Ему важно знать смертные грехи, вот, и важно знать сам заповеди. Если он по ним живет, и это самое, то есть, ну, праведно, то все, в принципе, он уже праведный человек, то есть, понимаете, вот это важно. И не обязательно знать сожитие всех святых и все остальное прочее, 5-10, и все остальные легенды, мифы Древней Греции или там православной веры, для того, чтобы быть человеком, знаете, праведным. Здесь то же самое. Не должен человек знать абсолютно все нюансы, все законы. Он должен знать основной закон нашей Родины, Конституцию, и быть законопослушным своим гражданином. И это очень удобно, я говорю еще раз, и государству, и человеку. Вот. Мне кажется, надо вводить снова в школу изучение Конституции. А по-моему, вот я сейчас просто посмотрел, а я знаю, почему я записал это видео, да-да. Мне просто сегодня с утра подвернулось вот прям подряд несколько видео на Ютубе в предложенных темах, где директора школ и там учителя просто, значит, угнетают, значит, молодых людей за то, что они хотят реализовать или поддерживают реализацию конституционных прав других людей, либо свои собственные конституционные права. Их начинают самозапугивать ФСБ, начинают их пугать какими-то другими вещами, иногда просто напрямую переходят к угрозам. То есть это что получается, что уже людей в школе, ну правильно, а когда еще в школе, ну ты надо. Надо с детского сада начинать, да, вообще, в кавычках, да? То есть делать не законопослушных граждан, а просто послушных. Только вот вопрос в том, а кому это надо? Вот кому это надо? Это риторический вопрос, как вы считаете? Да. Риторически, скорее всего, да. Непонятно, неужели
Неужели получается такая ситуация, когда быть законопослушным человеком становится невыгодно? То есть нет, ну невыгодно другое понятие. Неправильно с точки зрения кого-то, чего-то. К чему это приведет? К уничтожению правового государства, к полной дискредитации любого законодательства. То есть, когда человек, совершая какой-то поступок, вообще абсолютно не будет оценивать его с точки зрения о правильности или соблюдения закона. То есть, условно говоря, человек, совершая любое деяние, с точки зрения правомерности его относительно закона, вообще оценивать его не будет. Совершает ли он хороший поступок или плохой, он будет руководствоваться не тем, законно ли это, правомерно ли это или нет, а исключительно только тем, может ли он нивелировать для себя негативные последствия от этого или не может. То есть, если человек, получается, знает, что государство неправовое, законы не действуют, и в том числе основной закон Конституции тоже не работает, то, планируя любое противоправное действие, он на закон может не обращать внимания вообще. Он будет руководствоваться исключительно только тем, может ли он избежать наказание. Кто-то мне скажет, так а преступники точно так и руководствуются? Нет, вы не правы. Преступники, совершая какие-то деяния, они всегда оценивают риск с той точки зрения, что есть закон. Что есть закон, и этот закон, однозначно против них. Он будет применен обязательно против них. Только то, что он уже... что он существует хотя бы, вот так вот скажем, существует. Но и когда человек знает, что закона не существует, то ему остается думать не о том, как его закон покарает, нет, а как его могут покарать другие сильные мира сего, кому он дорогу перейдет, или самые слабые. То есть, совершая противоправное действие против кого-то, он оценивает, может ли этот кто-то с ним как-то побороться. Ну, это зверское государство. Вот я совсем недавно прочитал книгу, которую, я перечитываю новеллы Герберта Уэллса. Там есть одно из произведений, которое называется «Игрок в крикет». По-моему. Вот как раз вот там об этом и рассказывается, что это был, причем, знаете, 100 с лишним лет назад человек это написал. В 11-м ли году, а может больше даже. Нет, я, честно говоря, это не помню, не буду врать. Но больше 100 лет назад однозначно это было написано. Так вот, то, что в современном государстве, чем оно становится более цивилизованным, тем оно в плане взаимодействия людей между собой, все начинает больше озверяться. То есть люди приобретают просто другие силы. Если раньше человек брал в руки палку и становился физически более сильным, да, из-за этого и мог влиять на ситуацию, то сейчас человек, имея силу другого плана, какую-то административную, политическую, еще какую-то, становится тем же самым австралопитеком, который просто завладел там лучшим оружием. Ему совершенно не важно, какие правила действуют. С тех пор, как человек научился преодолевать некие явления природы, то есть он научился действовать против правил самой природы, он точно так же научился действовать противоправно и даже против тех самых правил, которые устанавливает сам социум и само общество, просто приобретая какую-то политическую власть и силу. И он этим самым возвращается в первобытно общинную тему. Вот. Становится снова таким же австралопитеком, просто по спирали, да, все, на новом уровне. Так вот, он будет руководствоваться только этим. Не законами будет руководствоваться такой человек, а только тем, какие могут быть последствия
А последствия могут быть только лишь от того, что он кому-то своими действиями дорогу перейдет, либо тот, против кого он действует, и чьи права он ущемляет, может оказать ему какое-то значительное сопротивление там, или что-то типа того. Вот и все. Вот что получается. То есть, понимаете, я опять же одну аналогию с преступником. Вот, предположим, верующий человек, если он знает, не просто... Вот вопрос самой веры большая тема. Я вообще считаю, что тот, кто говорит, я верю в Бога, значит, он в этом сомневается. Потому что вера подразумевает в то, что в это надо верить. Понимаешь, одно дело верить, другое дело знать. Так вот, человек, который познал Бога, да, который знает, что Бог есть, и знает, что по божественным заповедям жить надо, это принимает это для себя. Вы понимаете, он, у него есть вот императив, это моральный, и он, если преступление намерен какое-то самосовершить, он будет каяться всю жизнь, и у него проблемы будут с моралью, совестью и все такое прочее, они не дадут ему нормально жить, потому что он знает, что есть. Вот преступник знает, что закон есть, если закон есть, а если его нет, это как для человека, для которого нету никаких императивов моральных. Я сам с верующим пример привел, но я хочу сказать, что и у там атеистов есть императивы моральные, которые диктуют, и такое понятие, как самосовесть. Иногда, скажем, атеисты гораздо, да не иногда, очень часто более нравственные, потому что они остаются наедине со своей самосовестью после совершенного поступка. У них нету механизма получения прощения, там индульгенции или что-то такое. Они не могут сами покаяться, кроме как сами перед собой. Поэтому, отвечая только перед собой, перед своей самосовестью, они зачастую гораздо более нравственные люди. Но это отдельная как бы тема. Кто-то ищет в Боге это дело, кто-то ищет в философии о морали и нравственности. Но я говорю, что когда у человека есть нравственные законы, они, опять же, не дают ему спокойно жить, если он действует вопреки им. Если есть в государстве сам закон, то преступник знает, что закон есть. Но когда нету ни того, ни другого, ни нравственных законов, ни реальных самозаконов, понимаете, как жить тогда? Человек просто по умолчанию не может быть законом послушным. Значит, либо он чмошник, просто послушный, которого можно там угнетать и подавлять. Он просто послушный, то есть раб. Либо, если это свободолюбивый человек и волевой, то он вообще не послушный. То есть он, получается, если закона нет, но ему нечего слушаться. Понимаете, в чем дело-то? И свободолюбивых граждан всегда это много будет. И получается, что если закона нет, то и мы получаем огромное количество непослушных людей. Государство просто должно задуматься над тем, что если оно хочет управлять адекватными людьми, должны быть законы. Законы должны быть. А не то, что мы написали их, но их на самом деле нет. Ну, все, я на этом закончил. Я предлагаю вам оставить свои эти комментарии. Мне кажется, интересную тему поднял. И, наверное, вряд ли в ближайшее время я что-то подобное там изложу, потому что на всякого рода политические и социальные темы я, как правило, а подкасты не записываю. Ну уж так получилось. Вот так вот. Всем пока.